Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дар Риди, и мы играем в приложение ВКонтакте. Сегодня разберем такую игрушку, как пасьянс поединок. Что ж, ну давайте приступим. Так, необходим второй уровень для картинки справа. Вот, давайте нажмем на левую. Так, 240 секунд, играть за 10 фишек, у меня 120. Хорошо, играем. Идет загрузка. Так, и сразу соперник света мне попадается. А, правила игры. Уберите все карты, кликая на следующую по убыванию или возрастанию карту в ряд. Если ходов больше не осталось, возьмите карту из колоды. На туза можно положить короля или двойку. Хорошо. Так, многопользовательская игра, в которой в режиме реального времени вы играете против других участников. Берегитесь шоколадных бомб. Круто. Так, чем больше очков вы набираете, тем больше у вас возможности открыть следующие увлекательные уровни. Понятно. Ух ты, как тут своеобразно нарисовано. Так, давайте сообразим. У меня тут тузы, семерки, четверки, шестерки. Так, а где я? Я слева, а света у нас справа. Так, ну и задачка. Девять. Десять, ну-ка. Да, я вольта можно положить. Еще одного вольта надо открыть. Тройка, четверка. Четверка, так. Дама. Вольта нету. 9-9. Тройка. Четверки нету. Восьмерки нету. Так. Семерка. Семерка красная есть. Шестерка. Надо было вот это лучше положить. Что-то я сглупанул. Так, 9-5. 5-5-5-5. Четверки же нету. Король, дама. Отлично. Так, двойка, тройка. Девятки, восьмерки нету. Шестерки. А, можно ложить без разницы. Без разницы, красно-черный. Я-то думал, надо порядок, допустим, красно-черный, красно-черный. А тут в случайном порядке надо ложить. Так, понятно, шесть. Так, блин. 8 девяток нету, пятерок, четверок нету. Так, десятка, десятка, десятка. Потом дама. Отлично. 10. А, можно в случайном порядке. Допустим, если 10, мне надо либо 9, либо валет. У меня есть 9. А теперь надо десятку, десяточку. Потом 9. 9 валет нету. А, у меня есть валет. Возможные ходы закончились. Используйте одну из повышений силы. Нажмите на кнопку «Готово», чтобы закончить игру. Так, опять закончились ходы. Получить 5 дополнительных карт. За 10 кристаллов. Можно также убить любую карту. Давайте 5 дополнительных карт возьмем. А, времени-то у меня вообще мало. Так, 8. Теперь мне нужна семерка. Так, ну я принцип понял. Дама. Двойка, тройка. Потом двойка. Валет, дама. А вот на эту нельзя. Приз этого турнира мой. А, не справился, значит, я с этой задачей. Так, ну я принцип понял. Давайте еще раз сыграем. Светлана опять не попадается, только уже другая. А, другой уровень. Хорошо. Так, у меня, значит, туз. На туза можно короля положить. А, двойку можно на туза положить. А на двойку нужно тройку. Тройку или двойку. У меня нету.
Это чьи кляксы? Король. А, король, дама. Туз. Валет, валет. 10. Потом 9. 8. Семерка. Семерка, шестерка. Я уже понял, как играть. Шестерка, шестерка, где же ты? Шестерка или восьмерка? Блин, нету. А, так, дама. Дама или 10? Дама или 10? Дама есть. Так, король или, или валет? Валет есть. Дама 10. Так, ничего нету, восьмерка. А, можно семерку открыть? Да, давайте вот это откроем. Семерка, шестерка. Шестерка, восьмерка. Чьи кляксы? Кто кляксы кидает? Так, король. Король или, или валет? 10, 10, 10, 10. А... Пятерочка. Пятерка, четверка. Четверка, четверка, четверка. Кто кляксы кидает? Постоянно. Я пока еще не могу сообразить, как играть. Так, тройка. Тройка. А, надо было вот это лучше открыть. Тройку, вот я ступанул. Двойка, четверка. Блин, нету ничего. Так, король. Девятка. Девяточка, девяточка. Или семерка. Давайте. Надо было семерку. Сразу не сообразишь, блин. А, карта еще есть. Король, король, король. Где король? Тройка. Четверку откроем. Я думаю, вот эту. Пятерка, тройка, пятерка, тройка. Так, опять то же самое. Туз. Точно. Больше ничего не положим. Девятка, десятку можно открыть. Так, десяточка, десяточка. Перемешать можно, можно вернуть назад ход. И все за деньги открыть. Холдер какой-то. Дополнительный. Справа. У вас есть 30, чтобы обойти противника, или вы проиграете. 30 секунд. Твою ж мать. А, блин, ступанул, ступанул, ребята. Так, туз. 10. Дама. 9. 7. Что, ничего нельзя, что ли, положить? 5. Пятерка тоже. А, шестерка. Семерка. Далее. Восьмерка. А, я проиграл. Все деньги переходят Светлане. Но принцип мы поняли. Так, а сколько у меня... А, игроков онлайн 372, тут показывают, тут игроков онлайн 185. Собрать бонус, давайте соберем. Тут есть каждый день, мне будут фишки начисляться. Это сколько у меня фишек? А, турнир 120, игроков онлайн. Нифига себе. Можно в турнир тут поиграть даже. А, я тебе две игры проиграл, ну давайте попробуем в турнир сыграть. Победитель получит 864 фишки. Это будет интересно. Так, это сейчас происходит подбор игроков. Еще 5 игроков надо дождаться. 4. Фух, ну это будет нереально сложно. Тут кто-то 4 уровня, я 1 уровень. Я сейчас буду играть с человеком с 6 уровня. Он явно меня лучше играет. Ну что же, это видеообзор, это будет интересно посмотреть на этот турнир, что тут и как, и было бы круто, если бы, конечно, я занял первое место. По сути, это 1/8 финала, потом будет 1/4, 1/2 и финал. То есть потом останется 4 игрока, потом останется 2 игрока, и кто-то из нас победит. Раз игра, 2 игра, 3 игры, по сути, тут, в этом турнире. Ну, еще 2 игрока, ну давайте уже. Подождем-с, подождем-с.
Ух ты, тут кто-то 10 уровня. Я надеюсь, она проиграет. Потому что не хотелось бы играть с человеком 10 уровня. И последний участник. Думаю, мы его дождемся. Вообще игрушка хорошая, да, увлекательная. Мне вот такие нравятся, то есть они такие азартные. Вот, ну, этой игрушке я бы, не знаю, 10, наверное, 10 поставил. Потому что меня она тронула. Хорошая игра. Ну что, последний игрок, что ли, не может зайти. Ждем-с, ну давай уже. 7 же нашлось игроков, к 8 никак не хочет. Никто не хочет в турнир, что ли, играть? Там, кстати, 18 онлайн было в турнире. И... Ну, ёлки-палки. Один вышел, не дождался. Давайте уже. О, еще один вышел. Замечательно. Сейчас все повыходят. Да. Блин. 22 в онлайне. Ну давайте, 3 игрока-то что, не найдутся, что ли? Давайте на паузу нажму, что ли? Ладно, ребят, не будем играть в турнир. Я вот зашел, мне пригласил Дима сыграть с ним. Давайте сыграем. Так, значит, дама, давайте посмотрим. Эта дама должен быть, значит, валет и туз. А, валет-король. Извиняюсь. Так, десятка. Десятка, значит, девятка должна быть. Девятка, восьмерка. Восьмерка. Потом семерка. Семерка, девятка. Я не вижу ни семерки, ни девятки. Пятерка зато есть. Пятерка, шестерка, четверка. Шестерка, четверка нету. Восьмерка. Восьмерку можно открыть. Восьмерка. Так, девятка, семерка. Потом шестерка, восьмерка. Восьмерку откроем. Девятка, семерка. Девятка, семерка. Восьмерка, шестерка. Так, пятерка. Можно тройку открыть? Давайте от... Блин, ну ладно. А шестерка, четверка. Король, валет. Десятка, восьмерка. Нету. Так, туз, дама. Дама есть. Так, король, валет. Семерочка. А, восьмерка. Восьмерка, шестерка. Четверка, шестерка. Это значит у нас дама. Отлично. Валет, король. А, вон меня добивают. Так, восьмерка. А, восьмерка, шестерка. Так, король. У меня 30 секунд есть. Так, семерка. О, десятка, где ж ты? Семерочка. Так, валет, 9. Так, двойка, тройка. Троечка. Дама. Вы проиграли, блин. Хочу переиграть. Нет, давайте вернемся. А, шоколад называется. Потом конфеты. Сколько раз играем, так и не можем выиграть. Тут есть магазин, кстати, еще. Так, удвоить очки. Защитить свои фишки на целый день. За каждую победу вы получаете 10% бонуса вместе от того, чтобы платить 5% часовых. Защитить свои фишки на 7 дней. Это значит больше. Так, можно фишки покупать, я так понимаю. 500 фишек, 4 в
ВКонтакте. И кристаллы также. А, ну кристалл 10 кристаллов, 4 ВКонтакте. Давайте все-таки уже победим. А, может быть, я как-то неправильно играю, почему я проигрываю постоянно? Так, ладно, король. Король. Туз. Два. Туз. Двойка. Есть двойка. Так, тройка, четверка, двойка. Нету. Так, четверка, двойка. Добавить... А, Джокер, это я могу убрать одну карту? Понятно. Так, король, дама. Валет. Валет 10 или дама. Десятка или восьмерка? Давайте восьмерку откроем. Потом девятку, потом опять восьмерку. Потом опять девятку, потом десятку. Валет. Валет. Дама, 10. Почему он меня побеждает? Вроде я нормально играю. Так, девятка. Восьмерка. Семерка. 6, 8. 2, туз. Так, давайте вернемся. Может быть, правила, что ли, почитать? Почему я проигрываю постоянно? Так, слава, трофеи, мой профиль. Одна победа у меня, ничья и 3 поражения. Хорошо, тут надо просто быстрая реакция должна быть. Так, ну давайте. Так, пятерка. Че, четверки нету? Так, двойка, тройка. Тройка, потом четверка. Четверки нету. Так, дама, валет можно. Не дама, король. Что-то я не так сделал. Король, туз, двойка. Потом тройка. Тройка, четверка. Так, десятка, валет. Валет, потом у нас что идет? Десятка, десятки нету. Так, валет. Нету. Так, тройка, четверка, двойка. Дама. Там валет. Валет 10. 10 нету. 8, 7, 7, 7. Семерка. Восьмерка. Потом девятка. Девятка, потом идет десятка, да, наверное, десятку лучше или восьмерку. Давайте восьмерку. Девятку. Потом. Восьмерка. Есть восьмерка. Ладно, десятку. Потом девятку или валет. Если валет 10. Валет 10 будет. Так, а если девятка, восьмерка? Восьмерки тоже не будет. Ладно, давайте вальта. Так, далее, пятерка. Пятерочка. Шестерочка. Семерочка. Шестерочка, пятерочка. Шестерочка. Так, закончить игру. Можно закончить игру раньше в свою пользу. Закончить игру.
Уверен, что хотите завершить игру, ваш противник получит еще 30 секунд, чтобы вас обойти. И давайте добьем, я уже думаю. Семерка, шестерка. Так, давайте еще раз. Семерка. Король. Так, дама. Дама, дама, валет. Потом 10, валет. Потом 10, девятка. Девятка. Семерка. Четверка. Семерка. Двойка. Так, если я девятку положу, то что будет? Давайте попробуем. Положим девятку. Двойка, король, валет. Так, 6-5. 8-9. 8. Три карты. Король, дама. А возможные ходы закончились. Так, понятно. Окей, мы выиграли, но можно было раньше, конечно, игру закончить. Так, играем снова. Давайте попробуем выиграть. Еще разок. Хочу переиграть. Ладно, вернемся. Так, у меня какой уровень начат? У меня только первый уровень. Тут турнир выиграл. Ну, турнир мы потом поиграем. Давайте последний раз сыграем. Так, Ангелина. Мне выпадает шестой уровень, то есть она уже опытная. Так, ну я, в принципе, научился. Так, 10. 9, потом 8. Четверочка, пятерочка, шестерочка, семерочка. Потом будет, если 9. Девяточка. Вот закидал меня, смотрите-ка. Гад какой. Дама. Короля не вижу. Так, 4, 5, 6. Так, дама. Тоже мне ничего не дает. Двойка, тройка. Двойка, тройка. Блин, надо было туз лучше сбросить. Дама, короля нету. Двойка. Туза опять надо было скинуть. Так, дама. 30 секунд у меня есть. 7, так, 9. Дама. 9, тройка. Король. Туз. 9. Десятки нету, десятки. Блин, 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 что я делаю? Что я творю? Начинаю ошибаться. Начинаю очень сильно ошибаться. Хорошо, сыграем снова с ней. Попробуем выиграть. Ну, соглашается, нет? Ладно, у Натальи четвертый уровень, я думаю, мы ее вполне возможно сделаем. Так, сразу что тут идет? Дама. Дама. 10. Дама, дама, дама. Валет. 10. 9. 8. 7. 6. Пятерки нету. 4, 3. 4, 3, 2. Так, 9, 10 есть. Есть восьмерка. Девятка. Так, 8, также 9 можно открыть. 9. 8.
Семерка есть? Так, нету. Валет. Так, дама. Валет. Дама опять. Опять валет. Так, двойка, тройка есть? Тройка, четверка. Опять тройка. Четверка. Четверка. Так, семерка, восьмерки нету. А есть шестерка. Потом семерка, опять шестерка. Так, шесть, шесть была. Семерка, шестерка. Вы проиграли. Как я вообще успел проиграть? Второй уровень. Ладно, все, это самый последний раз будет. Так, ну-ка, 10. Дама, король. Король. Так, король. Тройка, 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 четверки нету. Пятерка есть. А, нет. Это не поможет. Сможет ли она меня обыграть? Вы проиграли. Замечательно. Ладно, все, сосредоточимся. Так, 9, 8, 9, 8. Так, 9, 8. Пока ничего. Так, 7, 6. Шестерка, пятерка. Нужны маленькие карты. Так, двойка, вот, допустим, тройку. Тройку, потом четверку. Четверку, пятерку. Шестерка есть, четверка опять, потом опять тройка, двойка. Так, дальше валет, дама. Дама. Валет. Пятерочка, четверочка, опять четверка, так, тройка, четверка, так, двойка, блин, дама, валет, двойка, десятка, валет. Шесть, семь. Так, ну тут сложно уже играть. Валет. Туз, двойка. Ладно, завершим. Сможет ли она меня обыграть? А, вот мои очки 400, я так понимаю. И теперь просто смотрим, наберет ли она 400 очков или нет. Вот в чем фишка, тут надо следить за очками. То есть 150 рублей она, в принципе, навряд ли заберет. 130 еще надо. Совсем немного. Ну, сотню она не наберет. И я выиграл. Вот такая вот, ребята, игрушка, пассианс поединок. В принципе, она мне понравилась. Ставлю 10 из 10. Я думаю, мы сейчас в нее поиграем. А пока что, ребята, всем удачи, всем до скорого. С вами был Таридди. Пока-пока.